Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Линкор Ролиплей. Итак, это сервер копия Мазинга, я так полагаю, потому что спам находится... Да и похоже это на мод старого Мазинга. Бонус здесь 10 миллионов, мне Кирилл Путбуль. X2 день сейчас, если что, кстати. Я играю без модпака, но модпак здесь есть, просто я почему-то не могу скачать. Пацаны в Украине живут, сами понимаете. Так, бизнес здесь уже куплен. Давайте поездим, посмотрим, что у нас здесь, может что-то изменено, интересно есть. Да и вообще посмотрим, что здесь и как. IP и группа Modpack будут в описании, если что, пацаны. Кого заинтересовал сервак, заходите, играйте. Ну, а я погнал смотреть. Давайте заедем в мэрию для начала. Ну да, скорее всего, это копия Мазинга просто. Возможно, переделанная. Сейчас посмотрим. Заходим сюда. Так, да. Ага, работа у нас здесь есть. Уровень у нас сразу третий. Мы можем работать механиком, но дальнобойщик нам еще недоступен. Итак, давайте получим паспорт. Да, это старый магазин, пацаны, думаю, вы помните. Так, мужской, женский, мужской. Так, напишем настоящую свою дату. Пацаны, кстати, у меня скоро день рождения, поэтому да. Напишем свою настоящую дату. 1998. Вот так вот, все. Получили мы паспорт, давайте... Поедем дальше, посмотрим, может какой-то себе домик прикупим. Сейчас он, конечно, маленький, сильно недавно открылся, буквально там недельку назад, вроде бы как. Поэтому, возможно, что-то не куплено. Кстати, вон там дом по ГОСУ стоит, давайте посмотрим и, возможно, его и купим, кстати. Так, вон дом, короче. Я думаю, давайте вот этот дом купим. Он более такой интересный, как по мне. Давайте именно его и купим. Так. 3 миллиона всего лишь он стоит, оплата в день 750 рублей. Купили. Все, мы купили дом, пацан, за 3 ляма в таком интересном месте, возле базы дальнобойщика, я так полагаю. Давайте зайдем, посмотрим интерьер сразу же. Так, интерьер у нас, в принципе, такой обычный, я уже такие интерьеры видел, но довольно-таки хороший интерьер, не низкого класса, видно сразу, где-то среднего класса, наверное. Тренажерка здесь есть у нас, потом столовая и бассейн есть. Ух ты, ёпта, даже бассейн есть. Интерьер здесь классный, кстати. Возможно, я его перепутал с каким-то другим интерьером. Ух ты, ебать. Пацаны, не, интерьер очень крутой. Я так понял, это интерьер хорошего такого домика, я так полагаю. Поэтому за инту однозначно плюс я ставлю. Так, ну, багов пока что нету. Да, это копия Мазинга, пацаны, там бомбить, в принципе. Это нормально. Так, давайте я, может, хэ-меню пропишу. Может, здесь что-то интересное есть. Так, открыть, закрыть гардероб, домашний счет, аптечка в доме, продать дом. Нет, улучшений здесь никаких нету. Ну, печалька, конечно, что улучшений нету, но я думаю, может, разработчики добавят. Так, скорее всего, да, это база дальнобойщиков, старый дальнобойщик, пацаны. Это круто всегда. Помните вот эту тарелку? Раньше через эту тарелку, как-то там через команду можно было попасть в космос. Блин, это просто такая ностальгия на самом деле. Так, интерьер. Я, кстати, интерьер не помню, какой раньше был в Амазинге, на старом Амазинге здесь. Хотя, нет, я помню, какой был интерьер. Так, по-моему, это он есть. Да, это такой же самый интерьер, короче. И ну круто, блин. Кто там скучает за старым Амазингом, можете просто зайти, поностальгировать, покататься, посмотреть, купить себе дом там и так далее. Давайте, я думаю, купим себе скин. Сейчас она небольшая. Давайте, я думаю, можно поехать на красный. Так, давайте заходим. И Гуччи. Магазин Гуччи, давайте зайдем посмотрим, что у нас здесь есть. Так, скины. Ну давайте, я думаю, самый дорогой скин купим. В принципе, да. Так, что-то у нас тут... А, стоп, может я что-то неправильно нажимал? Скорее всего, да. Как тут скины двигать? Так, давайте, наверное, самый какой-то дорогой купим. Скины, в принципе, здесь недорогие. Особо. Да, дорогих нету, я так понял. Все скины обычные такие, ну, недорогие. В модпаке не знаю, как они выглядят. Так, это такой прикольненький. Ну, это стандартные скины, если что, криминалки, пацаны. Поэтому модпак сами можете установить и посмотреть. Что-то мне этот чувак прикалывает. Давайте его и купим, я думаю. Так, выбрать шкаф один. Все, мы купили, у нас теперь есть скинец такой вот. Прикольненький.
Погнали теперь дальше, посмотрим, что еще здесь есть. Вот здесь есть какой-то магазин. Мне интересно просто посмотреть, что это за магазин 24 на 7. Давайте себе номер, наверное, купим. Может, здесь номера блатные не заняты. Я бы себе, на самом деле, купил бы какой-то номерок. Так, купить мобильный телефон, купить сим-карту. Давайте пробуем восьмерочки. Есть, я купил 6 восьмерок. Заебись, пацаны. Так, поэтому можете заходить. Сейчас еще блатные номера, некоторые свободны. Поэтому можете залетать, занимать. Так, уже кто-то еще зашел на сервак. Так, давайте поедем дальше, посмотрим. Нам нужно еще машину прикупить. Прикупить, да, именно прикупить машину, да. Что-то я начал немного по-украински разговаривать, так. Ну, я так понял, здесь все куплено, скорее всего, да? 24 на 7 здесь по ГОСТу стоит, кстати. Можно бизнес купить. 24 на 7. Ну, сейчас я посмотрю, может, этот бизнес я и себе и куплю. Так, это у нас получается автосалон, да? Автосалончик у нас здесь, давайте зайдем. О, автосалон здесь другой, кстати. Так, советские, зарубежные. Купим, сейчас себе бричку купим чисто. У меня, конечно, модпака нету, но сейчас что-то купим такое интересное. Хотя бы такое более нормальное. Так. Можно, кстати, шниву купить. Белого цвета, черного. Давайте купим черную Ниву, я думаю. Во, сразу машина нам дается, это хорошо. Это очень даже хорошо. Кстати, здесь, по-моему, промокод был, сейчас я посмотрю. Так, я нашел вроде промокоды, сейчас посмотрим, они работают или нет. Так, Киря, по-моему, промокод был. Да, 30 дней випки, пацаны. 30 дней випки, вот такой вот промокод сейчас. Я в описании еще оставлю. Это для моих подписчиков специально промокод Киря, 30 дней випки дается. И, по-моему, был еще один промокод сейчас. Я с телефона смотрю просто. Линкор РП. Нет, стоп, что-то я неправильно написал сейчас. Так. Линкор РП. Нет, он, походу, уже закончился, но хэштег Киря работает, пацаны, промокод, поэтому можете его юзать. В принципе, да. Давайте посмотрим, здесь казино, кстати. А, да, казино тоже здесь находится. Ну да, это старый мод Амазинга, я так понимаю. Но все равно это прикольно, я багов пока что еще не нашел. Если мод еще и без багов, то это респект реально, потому что... На многих серверах, да, есть копия Амазинга, но они баганные. Даже у меня был мод, там баги были. Да, казино у нас куплено. Азино 3 шестерки. Пацан пошел против системы. Я, короче, решил все-таки купить себе этот бизнес. Я думаю, в принципе, он в таком месте находится нормальным. Так, вы хотите войти в бизнес? Нет, я хочу его купить. Так, Биз. Все, я купил бизнес, короче. У меня остается еще 5 миллионов. Так, Б-панель. Информация о бизнесе. Так. Лицензии на бизнес у меня нету. Может, здесь админ есть? Где взять лицензию на бизнес? Так, ММ. Улучшение персонажа. О, кстати, улучшение персонажа. Так. Выносимость. Ну, это надо уровни, пацаны, поэтому это мне не подойдет. Так, давайте пишем еще раз Б-панель. Открыть бизнес. Восстановить цену за товар. Давайте 5000 за вход поставим. Так. За вход 5000, я думаю. А, 1000 только можно поставить. Так, продать бизнес, заказать продукты. 5000. Вы не можете, так. Сколько я могу? 4900, значит, заказать. 4900. Донат или у меня? Что? Скоро появится разводчик товаров. Временная возможность. Скоро появится. А, окей. Так, у меня 5000. Нужна лицензия. Крыша погасонцевская. Продуктов. Так, ага. Я понял. Окей. Хорошо. Чувак решил мою тачку спиздить. Молодец. Так. Не знаю, что он говорит мне. Я вообще лицензию мне должна на бизнес.
Где взять лицензию на бизнес? Давайте у него спросим. Так, все мне выдали, напишу спасибо. Я им команду даже подсказал. Я просто, блин, я 5 лет пацаны раб КРМП, я был админом, я все команды знаю на каждом сервере, на каждом моде основном. Поэтому я команды знаю. Погнали, я машину припаркую возле дома, потому что я ее, по-моему, припарковал. Так, 24/7 я купил, все. Нужно сейчас заехать в банк, оплатить сначала все это дело, чтобы оно не слетело у меня. Так, все, лучше машину, погнали. Так, интерьер в банке здесь какой-то другой. Кстати, видите, здесь такая дверка прикрытая, там деньги типа лежат. Видите, банк здесь такой измененный. Ну да, это копия Мазинга, но не совсем. Так, давайте положим... Так, сначала пополнить... Положим 500 тысяч, положим, короче. Потом пополнить домашний счет, вложим 50 тысяч или 60. Ну, 60, я думаю, хватит. Пополнить бизнеса, давайте положим 300 тысяч туда. Все, я думаю, не светит ничего. Поэтому все заебись. Так, все, погнали, теперь припаркуем машину к дому. И, в принципе, все дела мы сделали. Так, я не служу, давай. Все, погнали к дому. Так, подъезжаем к дому, за мной что-то полиция едет. Так, попробуем куда-то сюда машину паркануть. Парк. Или как она там? Как машину? Так, правую делаем остановку. Так, что-то ко мне не пристали. Давайте.